Привет, друзья! С вами проект In Dubai. Меня зовут Азат. И сегодня я начинаю новый эксперимент. Дело в том, что я должен ехать по работе в командировку. И я уезжаю примерно на 2 недели. 2 недели меня не будет в Дубае. За эти 2 недели я побываю в 4 странах. Я побываю в Азербайджане, правда, транзитом, но все-таки побываю в городе Баку, в аэропорту Баку я побываю транзитом. Я побываю в России, город Москва. Я побываю на Украине, город Киев. Я побываю в Иране, город Тегеран. Меня ждет несколько перелетов на самолете. Я буду снимать видео на свой планшетник. Камера остается у Ани, а я забираю с собой планшетник и на этот планшетник. Ну вот, так что качество будет не самое лучшее, но зато я постараюсь больше именно говорить, больше рассказывать вам. Видео, которое я хочу снять, оно будет не столько про другие страны, про другие места, про другие аэропорта, про другие города. Оно будет именно про Дубай я буду рассказывать, но я буду рассказывать про Дубай по сравнению с, например, Дубай по сравнению с Москвой. Я побываю в Москве, я буду в московском аэропорту Домодедово, у меня также будет целый день, чтобы там погулять просто по Москве, давно я там, кстати, не был. Например, если я прилечу в Баку сегодня, я буду там транзитом в Баку. Соответственно, тоже я вам расскажу про Дубай по сравнению с... про дубайский аэропорт по сравнению с аэропортом Баку. Ну, вот так вот примерно все и будет. Так что оставайтесь с нами, с каналом In Dubai. Ждите, пока я вернусь, и мы и смонтируем отснятое видео. С вами был Азат, специально для проекта In Dubai. Оставайтесь с нами, я вернусь в Дубай в начале июня. Все это время до июня с вами останется Аня. И до скорых встреч. Пока-пока.